Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Цивилизацию 5. Так, не, ну теперь-то у меня армия, если что, имеется, пусть и каких-то меткалуков. Не, Египет, ты там где-то за 3-9 земель, с тобой сотрудничать как-то вообще грустно. Так, у нас кто ориентир? Вавилон, 22 жителя. Да, Вавилон пока самый большой. Истек срок декларации с Сиамом. А вот с Польшей надо заключать еще, слышишь? А как этот самый? Как декларацию дружбы-то заключать? Не знаю, ну ладно. У него, кстати, много голды тоже за ход идет. Ладно. Это, видимо, они только сами предлагают, и все, ништяк тогда становится. Так, я на всякий случай, как говорится, начну тут всякие замки отстраивать и прочее. Принять институт. А я идеологию не могу. Современность. В зависимости от того, что наступит раньше. Плюс 2 науку от каждого специалиста. Так, ну спецы скоро у нас появятся. Дорог и железных дорог снижается на 50%. Так, давайте этот сюрреализм поставим. Плюс 2 науки от каждого спеца. В любом случае у нас тут спецы вон уже там по чуть-чуть есть, поэтому как бы наука. Сейчас мы начнем вырываться, короче, по науке. Все фигня, вон там, кажется, лагерь варваров я нашел. Так, ты давай сюда беги. О, ГГшечка. Не арбалетчики. Я знаю, какую ГГшечку я куплю следующей. Так, ты в Щетин погнал. Следующий ход. Как мы по науке сейчас себя показываем? Восьмое место. Да что такое? Чё я как и не это, и то не то. Господи, как-то все у меня с наукой-то стрёмно. Замки строю, оборонку повышаю. Так, нормально, нормально, ничего. Я ж все равно... Почему ты говоришь замки? Я же могу только свой город отстраивать. Они тут сами пусть что хотят, то и строят. Даже если у меня отожмут какой-то из этих городов, ну хрен бы с ним. Честно. Я сильно не расстроюсь. Вот серьезно. Расстроюсь крайне не сильно. Так. Вот тут надо стать светануть его территорию. О, рыцарь. Блин, а кстати, фигово. Ну, копейщики довольно плохо воюют. Ой, точнее, наоборот, рыцари плохо воюют с копейщиками. Ну ладно. Так что, можно, кстати, начинать уже сюда дорогу ложить вот так вот по прямой. А я, наверное, сейчас этим и займусь. Ну ладно. Уже ходов нету. Но, в принципе... Казимир построил Тадж-Махал. Ну, ты ради бога. В других городах покупай их. Так а зачем? Я не собираюсь оборонять другие города. Мне главное Венецию оборонить. А что там другие города? Во всей вселенной нет... О, экономика открылась. Плюс 243. Бабло есть. Нет, других города не надо. Так, давай дорогу пошли этот самый фигачить сюда. И ждет приказа. Так. Ты давай иди вот как-нибудь вот так вот. Вы давайте сюда. Ты давай вот сюда. Во, разведка пошла. Так, вы, ребята, чинитесь, да? Да, там ребята чинятся. Блин, конечно, торговца ждать... Офигеть, как много долго. А нормально, кстати, это. Разрастаются и потихоньку начнет заполняться. То есть все, все клетки, которые можно в теории обрабатывать, город обрабатывает. То есть сейчас начнут заполняться эти. Спецы. Нормально. И мы, кстати, открываем индустриализацию. Вот. А, кстати, индустриализация, это какая ветка
Это ж мазафака этот. Новейшее время. По-моему, сюда никто не вошел. 2200, 2200, 2200, 2200, 2200, 2200. То есть, несмотря на то, что я по науке очень сильно отстаю, прям вот... Блин, прям заспаунились эти лучники, и это стало очень плохо. Вот, ну ладно. Может, они сюда попробуют подступиться. Так, караван. О, в Константинополь, давай, голду. Так, а вы давайте тут дорожку строить. Да-да-да-да-да, дорожку, дорожку. Так, ты давай сюда иди разведывай, что там у них как. Ты давай сюда. Рыцарь, ты на своем, соответственно. Уй, Миткалуков. Сейчас мы тут сократим население варваров по всей этой, и заодно разведаем карту. И нормалек. С Римом посольствами? Да ради бога, где Рим обитается? 14, да? Ну, короче, из врагов только Вавилон самый здоровый, и мы его обходим довольно-таки серьезно. Тут религии распространяют, что-то там, что-то делают. Is the following trade of interest to you? А Америкос, а у Америкоза как? Ой, а, это, подождите, это столица Америки? Так у него же Вашингтон. Видимо, он потерял столицу. Профукал столицу. Так, давайте казармы на всякий случай организуем. Не, ну поляк... Ну, единственное, у поляка, я смотрю, с логистикой... А, не, вот у него дороги идут. То есть логистика, в принципе, там нормально у него, да? О, как я и хотел, эти стали. Мы их убили. Ничтяк. Как я и хотел, все произошло. Здорово. А на Тенариву на бабло работает. Не, ну что ты будешь делать? Что у тебя тут можно купить? Город не должен находиться на холмах, тогда можно купить ветряную мельницу. Я этого не знал. Давайте купим амфитеатр. Блин, что так дорого-то, на самом деле? Еще и такие цены дрековские. Почему ты в золото? У тебя же есть что строить, он в золото. Что за народ такой, а? Так, это рыцари, да? Мы лучше муштру возьмем. И давай в деф. Так, выбрать проект. Казармы готовы. О, героический эпос. Нормально, героический эпос давайте поставим. Это ж мы казармы везде построили, и поэтому как-то так. Так. Давай дуй туда, вперед. Наверное, сюда придется ему дуть. Ну ладно, нормально. Так, а ну-ка, забуритесь, кого тут вот холм можно просветить будет тоже. А, хотя у меня тут есть кому светить. Ну ладно, ничего страшного. Так, нормально, нормально. Так, скоро индустриализация, и нам надо будет купить фабрики. Я не знаю, сколько стоит... О, опять византийская религия, ну нормалек. Я не знаю, сколько стоит фабрика. Мы их сразу купим, и я постараюсь... Главное, чтобы уголь. Главное, чтобы уголь мы открыли. И чтобы где-то здесь, на территории ГГшек этих, был уголь. Кстати, тут что по великим этим-то? Великий торговец скоро, да? Ну, в принципе... И тут, в принципе, ну, везде одинаково, короче. Так, вот тут вот однозначно стоит за хил взять. Все, уничтожили, ништяк. Так, ну ладно, ты тогда переходи уже сюда, а ты тогда сюда. Все, строим этот, мы к тиру протащим дорогу на всякий случай, и нормально. Нормально. Так, ты тут, кстати, наш союзник еще... О, это там еще долго он будет нашим союзником. Все, ништячок. Так, следующий ход. Блин, меня напрягает то, что у меня настроение падает. Вот то, что настроение... Блин. Так, ладно, там все расследует этот копьеметатель, блин.
ты давай иди туда дальше. Ты давай иди туда дальше. Византия осудила Рим. Ну, ради бога. Сейчас начнется у них срач в комментах. Фабрика 1200 голды. Ну, в принципе, в Венеции мы сможем построить, а здесь сразу купим. О, этот стал строить замок. Вон, видишь, а ты говорил покупать. Зачем его покупать, когда он, они сами строят замки? Нормалек. Все они построят, эти города. Ну да, пусть не так быстро, как хочется, но... Тут он банк, чуваки, строит. Индустриализация, уже ставшая... Добро пожаловать. Так я так понимаю, я первый вошел, слушайте. Так, и мне надо этот Лодзь, блин, фиготь. Варшаву я хочу. А вообще, кто по науке первый? А ну-ка, демография. По науке первый Сиам. Как у тебя столица называется? Сукотай. Вот давай тебя засунем в Сукотай. Сиам Сукотай. Шпион, собирай технологии. Вот, так, отлично, мы открыли этот. Теперь я хочу в удобрение вот пойти, вот тут вот, вот производство всякие там, с рудниками, с каменоломнями, ну, в общем, это будет очень, я думаю, хорошо. Так, поэтому, ну и заодно откроем вот эти техи, которые задние у нас тут. Которые мы недооткрывали, скажем так. Так. Теперь. Ой! Подождите, это где уголь? А, это вот уголь. А я могу купить эту клетку? Ой, лалка, а я не могу ее купить. Вы представляете? Эту клетку, на ней вот стоят эти. Четко на угле стоит. Так, сволочь. Вот уголь, ну, он как бы в нейтральной территории. Блин. Вот уголь в нейтральной территории. Что-то я... Что-то, походу, у угля-то нам не судьба, а разжиться. Так, сейчас еще посмотрим. Вот, блин, у этого угля много, у чувака. Не, вот эту бы клетку, что ты тут встал, скотина? Я хочу купить эту клетку. Вон, раз, два, три, четыре, пять, да? Тут раз, два, три, четыре. Да мы вообще изи должны покупать эту клетку. Почему я не могу ее купить? Ну ладно. Давайте хоть варваров тут покоцаем. Так, тут давай дорогу строим. Блин, а здесь пока хилились, эти уже построили. Так, а где еще уголь? Мне обидно, что на нашей территории нет угля. Ну ладно. Другим городом клетку купи с углем. А каким я могу? А, я могу дотянуться вот сюда, да? А я вообще не могу. Ну ладно, это, наверное, потому что не мой ход. Сейчас, да. Слушайте, я, наверное, Софией смогу купить. Ну, может, он... А чё ты тут делаешь? Ты чё, хочешь сказать, у тебя тоже, ты знаешь, что здесь есть уголь? Он что-то тут коп... А, он дорогу тянет. Стоп. Ну, это хорошо, что ты дорогу тянешь. Кстати, как у нас там шпионы-то? Четыре хода, да? И ты сопрёшь теху. Так, ладно. Поехали, наверное, тут поразведываем слегка. Может, где еще уголь найдем? Так, юнит. Ага, так, ну с поляком тут все понятно. Блин, а сквозь него пройти? Прям хоть договор этот заключай, который он, кстати, хотел, мне предлагал 100-500 раз. Но я каждый раз отказывался. Так, убили, все, давай ты тут хилься. Ай-яй-яй-яй-яй! Гарим. Открытые эти я тебе не дам, а за 8, да нет, я лучше прикуплю, у меня что-то просаживается это, я лучше на какой-нибудь ресурсик поменяю золото. Сейчас у нас геройский построится, так.
Забыл я опять клетку купить. Ну ладно, сейчас купим обязательно. Я на самом деле думаю, что вот эту мы все-таки тоже... Вот тут сейчас у чувака... Блин, опять религию кто-то распространил. Это они задолбали. Так, в любом случае... Сейчас будет ход. Надо попробовать купить клетку. Великий музыкант, это все здорово. Так. Муштру. И давай тут в хил вставай. Так. Опа! Не надо ничего покупать, ребята. Наш город и так ее захватил. Ха-ха-ха-ха-ха! Братёня, иди сюда. Быстрее обрабатывать эту клетку бегом. Так, во-первых, музыкант, что ты умеешь? Опера Венеции, шедевр можешь создать. Ну, давай. Не, ну мы в культуру не идем. Ну, просто концерт это вообще глупо. Правильно. Выбрать проект. О, так я Биг Бен могу построить. Ну, блин, я не могу, наверное, построить. Но я могу, скажем так, попробовать построить Биг Бен. Так, караван. Куда? В лодь. Лодь дает науку. Поплыл, точнее, побежал в лодь. Ну и не ждет. Так, давай сюда. Все, ништяк. Мой город знает, куда расти. Знает. Так. Знает, куда расти городишко-то. Так, ладно. Давайте мы тогда, раз такая тема... Кстати, насчет купить клетки. А я не знаю, не покупаются клетки почему-то. Тут хоть ты убей. Хоть ты убей, хоть ты тресни. Так, ладно. Все нормально. В Циви 5... Слушай, я тебе не дам золото за деньги. В CV5 нет никаких компаний, просто рандомные карты с ботами проходишь. Я... Ну да, по сути, так оно и есть. Железо... Ой, ты, конечно, много чего предложил. На серебро не хочешь махнуть, не глядя, не? Может, кто еще что повыгоднее предложит? О, вот трюфелей же у меня нету. А ну-ка, вот. О, сразу 10 стало настроение. Вот так бы сразу. Ну, вообще, по сути, я играю, да, ты правильно написал. Компании действительно нет, как бы. Ну, в смысле, они-то, может, и есть. Но я не знаю, поэтому... Поэтому да. Блин, надо спецам ручной контроль поставить, а то они что-то не там сидят, где надо. Вот. Мне надо великих инженеров. Так, ну сейчас мой ход пошел, да? Вот эти вот мне не нужны, спецов ручной контроль, и мы в мастерскую садим. Как минимум. И в университет. Вот, все. Спецы пусть этот, а то они неправильно садятся у меня. Теперь я их правильно посадил. Так, давай тут дорогу строй, скоро мы в тир ее проложим. Так, Венеция, что вам должен сказать? Венеция... Не, ну ей, конечно, не дадут так жить, я это понимаю. Это чисто за счет того, что этот самый... Что я с ботами играю, конечно, в обычной игре ее вынесут и глазом не моргнут. Так что тут, конечно, все это понятно. Вот, но в целом не так уж она и плоха. Сиам, нет, спасибо, я не хочу сотрудничать ни с кем. Гля, и этот самый... Открытый, нет, спасибо. Фабрика штукарь стоит. А, так мне хватает на фабрику. Ой, я, кстати, могу пагоду купить. Прикольно. И мечеть могу купить. Вообще, что хочу, то и могу купить. У меня собор. Вот лучше на пагоду мы. Пагоды прикольней. Так,
Так я и пагоды, и соборы, да, все построил, короче, в одном этом месте получается, да. Так, ты давай строй тут этот дорожку. Так, ты давай беги тогда туда. Так вот, Антик, ты по сути правильно написал, да, я играю с ботами, ну просто как бы партии и все. Так, безработный, в универ тебя тоже, во. Чтобы все быстрее исследовалось. А что ты тут стоишь-то? Ты давай иди сюда. Чувак, встал. А, ну он, видимо, в конце схода они ходят, да. Все правильно. Так, все, сейчас мы добудем себе угля и как бы построим фабрики. А я не пойму, вот эти вот очки науки, которые, ну, как бы, нам падают, это что? О, декларацию дружбы, да, Казимир, да. Я с тобой только так вообще. С американцами не, спасибо, не надо. С державой Польши не рекомендуете? Да вы шо? Я, конечно, рад, что вы мне не рекомендуете сближаться с поляками, но как бы тут, если я с ними не буду сближаться, они меня придут и завоюют нафиг, так что извини, чувак, но... В тот день, когда у двух армий... Вот, нужно изменить автоматическое распределение. О, мы лучше на великого инженера ее поставим и нормально. О, кража технологии. Архитектура даром. Ну чё, возьмем. Вот, нормально. 30 ходов теперь. Ну, ничего страшного. Так, чё, куда? В Адрианополь можно, да? Поехали в Адрианополь. Грузовой куда? В Занзибар только. Ну, хорошо, в Занзибар. Так, ты давай сюда иди. Ты давай тут разведай. И чё, какой юнит ждёт? А. И туда ты уже никак не можешь пробежать, да? Ну, тогда пойди пошарься тут по территории, нормально. Нормально. Вот. Ладненько. Давайте я тогда на этом этот выпуск как раз и закончу. Большущая всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.